сука. Тебе напрягают те вопросы, что я поднимаю. Алло, я могу сделать из этой дыры ламлайт или жар хейзен, как NPC. А кай третий васаби выйдет позже, чем третий Half-Life. Новости насчет теллинг, набирай в скайп. Это не стори-теллинг, это лайфстайл. Нет, я не скоро, где ты в буте, ровно сутки. Я рисую путь свой, словно бойскаут. Я восклицаю, как Крис Калик, в виде фейков, танущих Экскалибур. Это Саш Мир научил меня делать все по плану. И к тому же без палева. И ты не знаешь, как мы сделали Боинг. Не узнаешь, как мы сделали Линго. Весь твой отряд там не стоит биткоин. Ты не догонишь, но проблема не в пинге. Я так много работал, но видеть твой пламенный зад — это прайслесс. Каждый день праздник, но ты представить не мог, что я это считаю за праздник. Почему ты готов не любить меня раньше, чем понимаешь за что? И почему ты готов уж давно на успех, так и не посещать ваш дом? Твое подсознание, я вошел туда, как МП3 и остался. Я всегда буду внутри и продолжу копаться. Все твои комплексы, в том числе я с одной улицы, и это прекрасно. Видел все твои мечты, они явно не сбудутся, это приказка. Не запретить тебе быть триггером. Здесь в принципе нет выбора. Твой хейт — это не вывод. Просто ненавидеть выгодно. Я тут и там, как Фигаро. Мой труд, мой кайф, вот именно. Ты видишь во мне лидера. Я вижу в тебе выгера. Ты пиздишь обо мне за спиной, но когда я тут, ты партнер. Нахуй бездарный прицеп лицемеров, мы все это мутим втроем. Ненавижу, когда мне лгут все ваши мотивы, увы, на виду, видишь ли? Чтобы выболеть это, мне хватает момента. Я хитрее, чем все эти севиджи. Ты смотришь наверх, а мы трогаем. Я погрузил тебя в стазис. Я люблю рэп и люблю все биты, словно лысый из Бразерс. Я на госпрайте в 3 раза больше, а из тебя хилый Каспер. Я уже купил твои сучки попить и приставился Биллом Касби. Ты можешь быть всеми сразу, всеми кроме себя. Я смотрю в эти щи, я смеюсь на эти щи. Это хейт, я дал им сигнал. Ограничься во всем, и со временем ты получишь то, что им недоступно. Разрезайте себя на куски, чтобы успеть накормить детей ваших поступков. Твое подсознание, я вошел туда, как МП3 и остался. Я всегда буду внутри и продолжу копаться. Все твои комплексы, в том числе я с одной улицы, и это прекрасно. Видел все твои мечты, они явно не сбудутся, это приказка. Не запретить себе быть триггером. Здесь в принципе нет выбора. Твой хейт — это не вывод, просто нет.